Российский боксер Александр Поветкин признан чистым спортсменом. Он принял участие в программе Всемирного боксерского совета и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг. Программа называется «Чистый бокс». Тесты Поветкина на запрещенные препараты дали отрицательный результат. Представители боксера особо отмечают, что бывший соперник Поветкина, Бермейн Стиверн, бой с которым не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина, на этот раз добровольное тестирование пропустил. Напомню, в прошлом году Александра Поветкина обвинили в употреблении допинга, из-за чего был отменен ряд боев, а некоторые боксерские организации исключили россиянина из своих рейтингов. Тем не менее, спустя какое-то время боксеру удалось добиться снятия обвинений. В своем последнем поединке он одержал победу над украинцем Андреем Руденко и завоевал титулы Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.